Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня 1 августа 2018 года, а это значит, что исполнился ровно год с того момента, когда компания Atlantic Global Asset Management объявила об уходе в отпуск. Это произошло в объявлении, которое было опубликовано 31 июля прошлого года. Ну и, как мы с вами прекрасно знаем, компания ушла в отпуск, да, через 3 недели она из отпуска вроде бы как вышла, но выплаты не возобновились до сих пор. И, как вы знаете, мистер Диего Мартин обещает, что в августе все наладится и выплаты возобновятся, и в некоторых офисах, вот в частности в офисе, который находится в Москве, насколько мне известно, сделали вот такой стенд, на котором отмечали все последние дни, буквально вели обратный отсчет, что до возобновления вывода осталось там 7 дней. QW Leonora Swiss Consulting. Эти фотографии опубликованы на странице Татьяны Тарантаевой. Вот я так понимаю, у нас здесь на фотографии. Здесь до вывода осталось 6 дней. Да, потом, так, это еще 7 дней. Так, на следующей неделе уже август. Ну, собственно, сегодня август уже наступил. Сегодня 1 августа. Так, до вывода осталось 5 дней. Замечательно. Вот они, 5 дней. Да, так, вот офис. Так, вот. А офис находится по адресу метро Кожуховская, офис 236. Так, вот здесь народ в офис. Вот, видите. До вывода осталось 4 дня. 4. Так, замечательно. 4 дня осталось. 4. 3 дня. 3 дня осталось. Так, вот, собственно, вот так вот он выглядит. Ага. Как муравьи работают. Все до копейки работает. А вы жалуетесь, что вывода нет. Вот вам написали, как муравьи работают. Все до копейки работает. Вот так вот. Так, крутим дальше. Вот, 2 дня осталось. Это они опубликовали 29 июля. Так, ура. 1 день остался. Вот, ждем новости, конференцию, вывод. 30 июля она это опубликовала. 1 день. То есть, по логике товарищей из этого офиса, вывод должен почему-то состояться 31 июля. Да? То есть, если опубликовано 30, остался 1 день. Не знаю, может быть, у них с математикой что-то. Ну что, наступило 1 августа, и все. Собственно, как мы видим, больше никаких новых фотографий нет. То есть, видимо, показывать особо нечего. Вот мне интересно, господа, в вашем офисе, что там сейчас на стене висит? Осталось 0 дней, или вы уже обратный отсчет пошел? Минус 1 день, минус 2 дня и так далее. А вот сегодня мистер Диего опубликовал даже голосовое сообщение. Давайте послушаем. Good morning, people. Доброе утро, народ. I'm Diego. I must to tell to everybody we have the 31 days in the month. Я должен всем сказать, что в месяце 31 день. The company will not start today. Компания не начинает работу сегодня. So relax, take it easy. I will inform you to all when we have all prepared. Поэтому расслабьтесь, не напрягайтесь. Я буду держать вас в курсе всех событий. Remember, open an office and open the company is biggest effort we need to find. Помните, что открытие компании, открытие офиса, ну, требуются определенные ресурсы, усилия для этого. And the people to work, we need to put the company at my name. Нужно нанять людей, которые будут в офисе работать. Нужно там что-то он про имя сказал, не очень понятно. Have to do the legal issues now, and very soon we will have. Нам нужно решить всякие юридические вопросы. The company working, but please wait a little.
Но, пожалуйста, еще подождите. Мне только позабавило насчет юридических вопросов, потому что год назад, еще в июне 2017 года, господин Рабало выходил на конференцию и точно так же вещал, что мы занимаемся легализацией, мы занимаемся юридическими вопросами. И вот прошло уже больше года, а юридические вопросы до сих пор не решены. Итак, прочитаю, сделаю для вас перевод сообщений. Спасибо. Так. Привет, моя дорогая Ольга и Гульнара. Так, я включу сейчас свой лэптоп, чтобы участвовать в чате, писать в чате. Так, короче, вчера моя жена снова отправилась в Эквадор, и ее дядя убил себя. So we have a good July. Вот это я не понял. Звучит, конечно. Ее дядя убил себя, так что у нас был хороший июль. Это у него юмор такой, черный юмор? Или он хотел сказать плохой июль, что бабушка умерла, сейчас дядя самоубийством жизнь покончил? А то звучит, мягко говоря, такой с черным юмором, да? Бабушка умерла, теперь дядя убил. Так. I know a lot of people are waiting the start. Я знаю, что многие ожидают старта, и я один из таких людей, но мы сейчас находимся в юридическом процессе. Ну да, да, вы уже больше года в юридическом процессе. Так, скоро у нас будут некоторые детали, например, подписание контрактов. То есть сможем больше сообщить. Так, замечательно. Так, спасибо, Ольга. Будьте терпеливы, проявите терпение, мы скоро запускаемся. Я сейчас вместе со всеми вами. Типа не нервничайте, не дергайтесь. Так. Так, его спрашивают, а вы не в Эквадоре вместе с женой? Нет, я не могу туда ехать, потому что мне нужно кое-что делать здесь. Она отправилась в понедельник, да, у них путешествие из Испании в Эквадор и обратно. Так, я всегда с моей семьей, вы всегда для меня важны. Так, all month, не очень понятно. Мы очень рады, мистер Диего, что вы с нами, yes, all this month. А, весь этот месяц, то есть типа, что я буду с вами весь месяц. Так. И очень скоро будет мой день рождения, и поэтому моя жена скоро приедет, типа, чтобы не пропустить день рождения. Так, мы ждем новостей. Так, was all a mess. Now in Madrid doing my stuff. Так, значит, процесс был нелегким, потому что много было нарушений каких-то, беспорядков, ну, не знаю, в системе беспорядков или чего. No, I'm Madrid, то есть я сейчас в Мадриде, и, короче, мне нужно кое-что сделать. Doing some stuff. This is... Этот месяц наш, ребята. Типа, в этом месяце будут самые важные новости. Так, тут какое-то удаленное сообщение, я ничего конкретного не сказал. Так, и это относится к Агам или Five Wings, и я не могу ничего говорить. То есть тут какая-то информация, которую он не может комментировать. Пока нет. Что-то он пишет. Пока нет. I be when I go to Dubai. Пока нет, я буду, ну, короче, когда поедем в Дубай, тогда это произойдет. Что там конкретно произойдет? Так. То есть сейчас все по-прежнему, помните, что в августе 31 день. Мы находимся в реорганизации, в компании происходит. Значит, это нормально, когда что-то не работает. Я забочусь о нашем будущем. Сейчас нам нужно исправить много недостатков, которые есть. Мне нужно увидеть контракт. I need to see the contract. Мне нужно нанять людей, это нелегко. У меня тут немало стресса, но я по-прежнему здесь с вами, как я вам и сказал. Я здесь, чтобы сражаться за каждого из вас.
Это мое обещание. Так, I will do everything for all. Я смогу, ну, я буду делать все, что смогу для вас. Так, you will do, I'm person. Так, что это такое? Legal one. Что-то я больше, чем это. Короче, мы сейчас занимаемся юридическим процессом. Что-то я не пойму, что он имел в виду. I'm one more of that. I'm one more of that. I know a lot of people waiting to start. I'm one more of that. But never... А, ну да, то есть типа я один. I'm one more of that. То есть типа я жду даже больше, чем остальные. Так. Я жду больше, чем остальные. Так. Так, I will do. Я сделаю все, короче, для всех. Зависит от юридических моментов. Я пока не могу говорить. Так. Его спрашивают, а, ну, получается, все откладывается до сентября. Что-то он пишет так. Yes, I will. То есть, да, я буду. Я подтверждаю, что я буду генеральным директором Квестры. Помните, что это моя идея сделать компанию снова одной. Тут удаленное какое-то сообщение. Там это для меня честь. У меня нет никаких сомнений. Как только я приеду. То есть Рита его спрашивает: а если у вас какие-то сомнения, что это произойдет? Диего отвечает: у меня никаких сомнений нет. Как только я там буду, как только я туда приеду, the things are not ready. And August. Да, в августе 31 день. Один из дней — это мой день рождения. Так. И мне нужно подумать, изменить all in company who has. Да. И, короче, тут он с ноликом ошибся. Нужно, короче, мы меняем компанию, в которой уже 630 тысяч инвесторов. Это не легкая задача. И мы, короче, and we are doing in both companies. И мы это делаем в обоих компаниях. Дальше он пишет что-то. Yes, Nick, I have right, Yuri. No, today is my birthday. А, сегодня не мой день рождения. Так. In a few days. А, день рождения будет через несколько дней. I don't know if I'm a good person. That the people have to... Я не знаю, хороший ли я человек, об этом пусть люди судят. Ему, видимо, пишут, что этот сайт недоступен. А он пишет, что я полагаю, что они начали делать какие-то изменения на сайте. Так, спасибо, Ольга, ты очень милая. Так, короче, тут его хвалят, он говорит спасибо, вы очень милые. Так, yes, I will do that from Dubai. Так, тут его что-то спросили. Значит, короче, его благодарят, что спасибо за информацию, у нас большая просьба. Короче, сделайте, пожалуйста, большую официальную конференцию, как только компания откроется. И Диего пишет, что да, мы это сделаем прямо из Дубая. Как только я приеду в офис, я сделаю, ну, запишу живое видео прямо на моем Фейсбуке. Мы попробуем новую систему, и мы изменим некоторые департаменты, чтобы улучшить качество обслуживания. Так, thanks a lot, means a lot of me. Тут опять благодарит Гульнару. Я это делаю не за деньги. Till now I don't have nothing to do for people. Because till now I don't have nothing to do. I don't
nothing to do for the people. Чё-то он, как-то он мысли выражает, потому что на данный момент I have nothing to do for the people. Типа, мне нечего делать для людей. I have nothing to do for the people. Мне нечего делать для людей, за людей. You will for sure, Egon. Кто такой Egon? Непонятно, кто такой Egon. Вон, Egon. А, Egon — это который вопрос про конференцию задал. Так. Я человек такой же, как ты. Ничего особенного. Так. All details of the office will know soon. Короче, все детали относительно офиса скоро узнаете. Я пока не могу говорить. Мои люди, я никогда никого не забываю. Вы всегда со мной. Короче, мы сейчас подбираем и обучаем новых людей. Единственный человек, который должен меня благодарить, это я. Потому что вы все в меня верите. И я делаю все наилучшее для компании. И я не хочу, чтобы у компании больше были проблемы. Я в поиске некоторых департаментов, ну или отделов, наверное, имеется в виду, что в подборе сотрудников. Я вас никогда не оставлю. Вы моя семья. Вот. Так, he is getting better taking a treatment. А, его спросили, что там с Рабал, он говорит, ему становится лучше. Его спросили, у компании будет новый маркетинг или тот же останется? Диего пишет, что маркетинг, ну, будет примерно тот же, более-менее тот же, но мы улучшим кое-какие детали. Я надеюсь улучшить какие-то детали. Так. Вон тут ему пишет, привет, там, привет, мистер Диего. Царский престол для вас. Ты наш король. Так. А, его спросили про гороскоп. Здравствуйте, мистер Диего. Вы по гороскопу кто? Лев или дева? По натуре вы вроде как лев. И он отвечает, да, я лев. They decide the places I go. Это будет решать маркетинговый департамент в тех местах, куда я поеду. But I will go to... А, наверное, его спрашивают, типа, куда планируете поехать? I will go to Kazakhstan and stay at least one day to know the people. Короче, Диего раньше уже говорил, что он в Казахстан собирается, а сейчас подтверждает, что да, я поеду в Казахстан и останусь там на один день, чтобы познакомиться с людьми. We will be the first one. Мы будем самыми первыми. Research from Ashes. О, смелое заявление. Он пишет, что мы будем первой MLM-компанией, которая восстанет из пепла. Ни больше, ни меньше. Как Феникс. Как Феникс из пепла восстанет. Так. I don't tell first. I don't tell first. Непонятно. I don't tell. I don't tell first, I tell I want to stay one day to visit. Короче, а тут он говорит, я не говорю первое. Непонятно. Там он говорит, что первое, тут не говорит первое. I don't tell first. I tell. Я просто сказал, что я хочу приехать на один день, познакомиться с людьми. На данный момент я не могу о компании больше ничего рассказывать. Успокойтесь, народ, мы делаем все необходимое. Я хочу увидеть мою семью в Казахстане. Так что, инвесторы из Казахстана, готовьтесь. Скоро член семьи приедет, папаша. Крестный отец приедет. Так, я пока не знаю, но я хочу остаться, чтобы познакомиться с культурой и с людьми. Вот так вот. Так что Казахстану будет оказана большая честь. Готовьтесь к приезду. Так. Нет, пока еще нет. Я планирую посетить больше стран.
Короче, я пока не знаю, зависит от работы. Лучшая подруга моей жены, она с Украины. О, видите, как интересно. Сама жена с Эквадора, лучшая подруга с Украины. И меня очень любят люди из Казахстана. Ну, и из других стран тоже меня очень любят. Но вот Казахстан я очень хочу посетить, хочу узнать. Так что вот. Юрий написал Russia, Siberia is waiting for you. Типа, Сибирь тебя ждет. Ну, в России это немножко немножко это двоякий смысл имеет, да, у нас. Помните, да? Ну, будете у нас на Колыме. Нет уж, лучше вы к нам, да? Так. Диего пишет, да, Алла, но, значит, типа, между нами, в Россию и Украину я, наверное, не смогу поехать, там слишком много красивых женщин или девушек. Это тяжелая работа, тяжелое занятие для женатого человека, вот так вот. Так, nice place to go Vietnam, I never have been there. Да, хорошее место посетить Вьетнам, никогда там не был. Моя семья из Италии, Катанзаро. Вон оно как. То есть он живет в Мадриде, при этом его семья из Италии. Вон оно как, все перемешалось. Так, и это не первый раз, когда мне надо переезжать ради работы. Так, as I explained, I will do last time when the open. When we open the first, only the director who will fly to Dubai can withdraw. Ага. Так, вот это интересная деталь, господа. Я объясняю и объясняю последний раз. Когда мы откроем вывод, ну, я так понимаю, вывод имеется в виду, в первые 15 дней только директора, которые прилетят в Дубай, они могут выводить. А только потом уже остальные. Понятно? Так что у директоров будет привилегия. Так, people, I don't accept phone calls, all this, ага. Ребята, не надо мне звонить в личку и не надо мне писать, я всех блокирую. Так, я не даю никаких дат, у меня дат конкретных нет. Я захожу в чат, когда могу. И помните, что у меня вообще-то семья, и у моей жены сейчас тяжелый период. Бабушка умерла, дядя там себя убил, в общем, жена нуждается в моей поддержке. Так, у меня этой информации нет. А, вот, его тут спрашивают, а какой процент от вывода, ну, если лимиты будут, какой процент будут выводить? Он пишет, что эта информация у меня нет, эта информация владеет Агам. And now almost all we can. And now almost all we can't. Не очень понятно. Now almost. И сейчас почти все мы не можем. Почти все мы не можем. Что они там почти все не могут? Так. Yes, I think is more faster. Это что? Parrot. Parrot. Попугая. Наверное, Диего, тебе надо купить попугая, чтобы он повторял то же самое, типа, сотню раз. Да. И он, Диего, пишет, да, скорее всего, это быстрее будет. Мы вместе делаем историю, господа. Тут, короче, что-то удаленное сообщение. И Диего пишет, ты оплатишь нам вечеринку? Тамара пишет. Мы ждем дня, когда у нас всех будет праздник. Это начало работы наших компаний. Ну, Диего, мне кажется, ее неправильно понял. Он пишет, а Тамара не говорит конкретный день, да, а этот, for this day. А Диего поправляет, типа, нет, Тамара, читай чат, что мы начнем в этом месяце, не сегодня.
В моем доме у нас есть традиция. По воскресеньям мы устраиваем барбекю или едим пасту. Я делаю хорошую пасту. Так. И мой дедушка оттуда, наверное, из Италии. И, короче, я хорошо готовлю. Итальянская еда. Короче, итальянская еда и блюда – это моя специальность. Короче, я не составляю расписание. У меня есть целый отдел, который этим занимается. Agenda. Насколько я понимаю, наверное, это имеется в виду. Нормально. У меня в семье живет 10 человек, и обычно я для них готовлю. О, какой хозяйственный мужчина. На 10 человек готовит. Спасибо. Так, in my last work, I worked for a company whose central was in Belgium. Last work, I worked for a company whose the central was in Belgium. А, на последней работе я работал в компании, где центральный офис был в Бельгии. Люди, I will eat something. А, ну в смысле, я, короче, пойду перекушу что-нибудь. Так. Пойду перекушу. Здесь почти 16 часов, а я не останавливался уже с 8. Короче, свяжусь с вами позднее. Пока. Так, тут, короче, сообщение от него. Сообщение. Так, я люблю готовить. Вот он присоединился. Люблю готовить. Я ем какой-то гночи ал песто. Не знаю. Я ем гночи ал песто. Не знаю, что это такое. Так, директорам все сообщат по телефону. Привет, Робин. Короче, мы стараемся все сделать быстрее, насколько можем. Привет всем. Спасибо, народ. Добрый вечер. Так, люди, не пишите мне в личку, я всех блокирую. Привет. Я работал в компании, у которой офис был в Бельгии. 9 лет. Привет, Ричард. Все хорошо. И у тебя, Дирк. А, в Испании тоже жарко сегодня. Привет, Кемаль. Тут он со всеми здоровается. Авил Гвильяно. Что там, Гвильяно? А, ну, Гвильяно написал, что я надеюсь, что ты там, все хорошо у тебя, и что очень скоро ты решишь наши экономические проблемы. И бог с тобой будет. Диего пишет, да, все так и будет. Так, sounds perfect. То есть, звучит отлично. А что звучит отлично? А, это Ричард написал. Я жду субботы. У меня будет 11 уровень. И, короче, и оборот перевалит за 100 миллионов евро. Ого. Идеальное время для рестарта корпорации. Это да. Привет, Мурат. Привет всем. Привет, Диего. Привет. А, привет, Диего. Привет, Марсель. Так, тут все здороваются. Пока ничего конкретного. Ну, собственно, вот. На данный момент это все сообщения. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.